Телефон заряжаем, зарядочка работает. Сейчас расписал. Сейчас, если интернет заработает. Верхние места. Вот мне хочется у проводника узнать, чтобы он рассказал, какие эти пользования. Сейчас 13:20, 13:32 заходить. Иди кури.
Я мороженое съела. Не, я до дома, там мамашка теперь нам стол наготовит, как всегда. Окрошки, картошки нажарит, как ты любишь. Ты ж пил еще в столе. Да. Так что... Нас ждут. Мы же с тобой говорили про такси. Зачем ты этому Димке позвонил? Я тебе сказала, в лимончик позвоню. Ну, может быть, он подешевле. О чем тебе сказал? Ну, он занят. Он доставки занимает. А, он занят. Все. Да. Все. Говорю, будем подъезжать. Я позвоню в лимончик. Они же нас знают. Маринка-то. Маринка-то наша подружака. Ты видал? Чего не звонят? Чего не звонят тогда, когда мы только ехать собирались? Ну и чего они не звонят и не заказывают такси? Ты понял? Наелся? Это сеткой они покрыты. Да это понятно. А вон где вот эти треугольники делают, бетонные. Глянь, вон эти бетонные, видишь?
треугольники. Да, но это новые. Да. Пакеты. Угу. Вон, видишь, бетон не шалки, все. Отец какого года? Да, да. Одеяло теплое надо? Не надо. Если что, просто иди. Да не, ну чё. Ну все. Тогда едем домой. Ага. Есть там полное. Не тряси. Этот пух летает, погляди. Хер поймешь, что это летает.
Какая, блядь.
6. Говорит, аккумулятор сядет. А ты ему показываешь. У тебя 6. А он так и играет. Я офигел. Дублировать, добавляешь, а то я лазил каждый раз. Учусь в программе работать. Тут же можно дублировать. Кнопочка. Начальник поезда пошел, проводница повела. Да? Видно, что-то какой-то. Слышно? Инцидент? Да. Правильно, надо решать все. Вот танки, вот панели, вот машинки. А где море? Недалеко совсем, если отсюда ехать. Я бы здесь жила. Красота. Блин, как в лесу. Что-то какие-то возмущения идут. Да? Бывает всякое. А потом как это сказать, непоправимое. Угу. Хоть поглядишь, правда, а то спишь все время. К нам не проехать, не пройти. Тут хоть джунгли, но хоть проехать где-то можно. С чего ты взял, чтоб нам не проехать, не пройти? Сам аж видел, в лес заезжаешь, а не бревна, блядь, повалили. Дорогу перекрыли. Да, как ты знаешь, что здесь такого нет. Так куда тут, блядь? Чё тут шелушишься. Это хорошо. Я напитал. Ой, дома намоешься. Когда папашка будет ближе. На баню пойдешь. О, блин, как устал. Тебе это не интересно. У меня вот. Не, мне, вот то, мне тоже реально интересно посмотреть, да. А вот еще. Элеватор какой-нибудь. Да я не знаю. Это ж по нему чего-то поступало. Элеватор какой-нибудь. А вон наверху. Наверху, да. Элеватор, на элеватор похож.
Вот. Ну, не знаю, кукуруза здесь растет. Да нет, это вообще другое. В интернете можно посмотреть. Установка. Старый. Вообще жилой дом. Ну, знаем жилой дом. Блин, нет. Их несколько. Ну вот это точно жилые дома. Да. Да. Квартиры. Где же они тут работают, да? Вот когда ты блогер, ты можешь жить в любом месте. Это же больно. Ты же с телефона все выпускаешь, зарабатываешь. А вот у тебя работа, ты зависишь от места. Блин, сколько стоит? Гора какая. Гора какая. Приспособливаться. Ты бы не хотела вот на самом том вершинке жить? Да, хочу. Хочу? Я хочу здесь жить. Хорошо. Это большой плюс. Да, потому что ты сам такой. Что вода вот тут стекает, все это сделано. Блин, все заброшено, блин. Да, век, да. Железнодорожный. Да, да, и дома, квартиры пустые. Поросли все. Заросло. Какая-нибудь развязка была здесь. Паровозные. Паровозные. Вот здесь. Что ты? Да ничего.
я тебе хотел то место показать, угу. А потом, когда подъехал к бару к Лёшке, ну, ты Серёга, говорит, порезали все. Да, я помню, ты так говорил. А я приезжал когда на автобус работал, у них там все смазано, циклировало. А потом все. Что странно такая, вообще обожаю. Да я видел. Она широковольная, ее не обязательно шевелить. Это же оранжевая. Ну ты мне настройку все сбиваешь. Я об этом уж наверное тоже в Турции узнала. Ну все будет видно, не волнуйся. Прекрасно. Она безвкусная, мне кажется, какая-то непонятная. И не вяжет, и не сладит, и не Thank you.
А сколько там времени? 14:04.